вопрос, кто вообще любит растирание? Это похоже на... Почему не любит растирание? Растирание – это разогрев, очень хороший. Вот смотри, становится такую позу, да? Одна нога сзади, прямая почти, а вторая вот работает, полусогнутая. И за счет этого у тебя работает выброс плеча от ноги, от пятки. Нет, через... Нет, да? Да. Как в карате, вот еще удар делать, да, кулаком. Так же примерно здесь. И я в тело вот начинаю втирать этим способом. Вторая рука в данном случае отдыхает. Либо вот я могу ее облокотиться. И вы прямо вот чувствуете тепло. Да, уже да. Видите? Ну, сразу идет. Да, Дим, реакция. Хорошо. Хватит, да? Да, хорошо. И стараюсь я в этом движении вести ребром. Ребром руки, кисти, между косточками, да, между костью и паравертебральной мышцей. Сюда вот еще влезть, чтобы их раздвинуть друг от друга. Такие стежки, как бы стежок мы делаем, как будто шьем. Вперед-назад. Вперед-назад, да. Не по кругу, да, вперед-назад. Просто растирание. Да, вот так. А на плече уже можно до вторую руку добавить и прямо вот на себя вот это вот плечо, вот так вот сильно трапециевидную мышцу растереть. Вот. Получается? Так. Угу. Так, и давай вот перейдем к локтям. Мы сделали, повторим, да? Подбили таз. Разжали вот эти мышцы, отодвинули их. Болезненно, да? Нормально все. С вибрацией. Растерли целиком всю спину, широчайшие самые мышцы. Это ты помнишь, я показывал? Только тут уже с рукой, с локтем. Вот он, так вот? Да. И прямо вот этим локтем. Чтобы ее не травмировать. Дим, не волнуйся, все в порядке. Масло побольше надо, да, на локти именно. А, вот это, да? Угу. Подбил. А вот туловище так оно, правильно? Так, да, правильно, да. Я вот так вот делаю, на самом деле. Ну, когда... Ну, с двух сторон, да? Да. И потом вот эти, да? Да. Угу. Помним, что можно делать частью локтя острой, потупее, и вообще вот этим треугольничком. Ну вот, допустим, да? Да, вот так вот, да. Будет помягче. А здесь? То есть под каждого приема подбираем вот это, индивидуально. Да? А вот это вот так вот? Да, это рубанок, да, вот так, раз. И вдруг здесь вот там большую мышцу. Вот, вот так. Нет, как это переход сделать? Вот, вот я пошел, а потом получается... Ну да, а что тут такого? Ну вот смотри, там мы делали маленькие спирали, ну, да? Вот, да? А тут у нас большая спираль. Ну нормально. Нормально, да, почему нет? Стоишь практически на месте, получается, тут ты назад двигаешь локтем, вот вперед. Ну, так, переворачиваясь немножко на пятках на своих. Угу. И теперь переходим к... А, ну давай повторим еще. Я посмотрю. Да? Вот так. Вот так. Плечами, видишь? Сравнили. Потом... Опять давай. Я посмотрел вот это. Как посмотрел, все правильно. Вот просто раздвигай. А вот это вот сюда поднимаем? Это такое широкое не надо движение, но в принципе это неплохо. Тут именно на декомпрессию. Вот эти вот представления. Лодочки нет, сначала. Здесь просто вот. Просто лодочки. Вот так вот. Раздвинул, раздвинул. А я не раздвинул. Вот ты растягивай. Понимаешь, как? Вот есть у позвонков сегменты. Это по два позвонка. Между ними диски, да? Это вот сегмент. Следующий два позвонка, следующий два позвонка. И они соединены с между собой короткими мышцами, такими по 2 сантиметрика. Вот это именно я пытаюсь до них достать и именно вот их вот так короткими такими движениями вот так вот раздвинуть. Вот так, да. Да.
То есть здесь нет смысла растянуть всю длинную мышцу. А да, мы уже до этого это все растянули, да. Это как бы именно. А еще можно я хочу посмотреть, где пальцы в этот момент? Не касаясь позвоночника, вперед. Вот я вперед, раз. Вот пошло, да? Да, с мизинца. И вот до середины ладони примерно доходит. Да. Вот участок рабочий, вот совсем маленький, коротенький получается. Это лучше меньше масла, тогда бы эффективнее действительно расцелить можно подрез. Вот. Масло как же сам под себя подбирает. В принципе, тут достаточно. Да. Так, теперь запускаем эти лодочки. Поставили на регате, да, яхтные, и запускаем. Вот, вот тут я уже растягиваю всю спину и плечи, смотри, как они ходят. Хорошо. Жить буду, но недолго. Хорошо, хорошо. То есть я ныряю. Спина сгорбилась, да? А когда выпрямляюсь, вот у меня копчик пошел вверх, видишь, вверх выпадал. Весь расправил, распрямился и выпрямился. Так, попробуй. Голову назад, голову вниз, ныряешь и выпрямляешься. Хорошо, Дим, хорошо. Хорошо, да? Вот, похоже. Спина еще, чтобы больше работала, больше прогибалась. Туда, сюда, туда, сюда. И сразу поставили вот это вот на, да, вот то, что я показывал, да, вот на вот эту подвздошную кость, вот уперлась в нее, вторую руку сюда параллельно. Я это стримил. Нет, нет, сейчас я вот это пока делаю, пока раскачивание, растрясание. Вот, но при этом уже движение снизу вверх идет, эта рука закреплена. Теперь еще раз предупреждаем человека, а теперь давайте я сделаю выдох. Вместе сделаем выдох. Вы только при этом расслабляетесь, я чуть посильнее нажму. Вот я уже довожу. Вот так вот до конца, до шеи. То есть, что я делал? Сначала я поставил, растряс. Вот так, да. Сделал сразу вдох, что ли? Выдох. Да-да-да. Растрясаем асинхронно руками. А потом одну закрепили на подвздошной кости, и второй раздвинули вот так вот силой. А, не раздвинул? Нет. Во второй раз трясти не надо. Во второй раз просто вдоль, только на позвоночник не нажимай. Ну, чтобы, да, я сюда попал. Нажимай, да. Чтобы дальше продвинулся, но ногу поставь, то дальше. Поставил, и прямо туда вот твое тело смещается, к ноге. Позвоночник. Да, по позвоночнику будет очень больно. Растянули. Ну, в принципе, для человека я вот так. Вот возврат был какой-то. Это когда у нас был вот это. Такой же возврат, такой же, как я делал вот так вот, да? Да, помню. Только здесь я сделал на всю. И возвращаясь, я уже готовлюсь к следующему приему, да, я могу отсюда там... Слышишь, что сказал Олаф? Или вот эту? Возвращается к следующему приему. Готовлюсь к следующему приему, да. То есть это вот переходные, переходные. Вот он отсюда подхватывает. Солнце, когда у меня не было перехода к следующему приему. Не сейчас. Я учусь. Вот, смотри еще раз. Вот и мы сделали, да? И вторая рука у меня уже находится, вот видишь, на под животом. Довожу ее там чуть подальше, например, под подвздошную кость. И сразу вот поднимаю на себя спину и ребра оттягиваю в другую сторону. Ну, просто изометрическая релаксация также делается, да? В данном случае мы не заставляем дышать человека, это долго. А мы ускоряемся тем, что просто начинаем растягивать боковые мышцы, косые. Косые мышцы живота. Мышцы, да, за косточку, куда ниже вот за косточка. Вот? Да, 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 за косточку. Это подвздошная кость прямо тут сбоку, да. И стоп, 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 не, стоп. И вот мышцы от позвоночника отдвигаешь, а эту руку на себя. Вот, потом сюда выше вставай. Нет. Не за один раз. Не за один раз, не за один, смотри, несколько раз. Опа, отодвинули. Раз, ну, я скольжу, да. Да.
Захватил. Раз. Два. Три. Так что? Три. Нет. Периферия. Он не захватывает, да? Он не понимаю, не хватает, что ли, захватывает? Вот, вот так, захвати, вот. Вот, прям за косточку. Вот так, захватил. Да. А ставишь периферии. Вот видишь, что он фишки. Да не болтай ты много. У меня пальцы убиты этим канделитом. Так, захватил. Не вини себя, не вини. Смотри, не на позвоночник вставай, а чуть подальше, вот сюда. Так. И как бы ты ребра отодвигаешь, ребра вниз, вот сюда отодвигаешь ребра. Раз, ну, да, так. Так, повыше перешел, и вот так чуть. Угу. Раз, раз, два, раз, два. Ну так, да? Три, четыре, да. Тут даже может возникнуть хруст. Либо в ребрах, либо вот в крестцово-позвоночном сочленении вот здесь. То же самое можно сделать и в обратную сторону, когда мы берем плечо. Вот плечо захватили. Нет, вы сами не поднимайте, просто расслабьте. Вот. Прижимаю в ту сторону. Не больно? Нормально. Ну, с непривычки просто мы... Крат. У нас новый пациент, не успели разогреть. Вот сюда чуть-чуть сдвинь и ну, тыльную ладонь. Вот так. Почему не поняла? Запястьем, вот ты давишь. Вот тыльная сторона, как давишь, вот раз. Да, да, ты давишь, это уже нормальная терапия. Ты не ладонью, а... Ладонью, а вот этой частью, нижней частью ладони, почти запястьем. Ну, лежь, как... Давишь прямо... Ну вот. Нет, не так. Вот так, поставь руку. Ну. Вот так. Сейчас и вот так вдали. Сдвинем. Вот. А, господи, помил. Дим, поставь вот так руку. Так, мы вот сейчас так. Передвинем камеру и продолжим наши мануальные практики. Ну, надави.